Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано. Они обещают прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано. Еще раз повторяю, прошу подготовить прямо сейчас соответствующие поручения и приступать к их исполнению незамедлительно. Будем с вами в контакте, в постоянном оперативном контакте поддерживать отношения и при необходимости оперативно реагировать на все вопросы, которые возникают сейчас, конечно, прежде всего в социальной сфере для эффективной помощи людям, которые, безусловно, в этой помощи нуждаются с нашей стороны. Что касается вопросов безопасности, это проблемы, которые лежат в зоне ответственности силовых структур, это отдельная тема. Надеюсь, что так, как и было сегодня доложено, взаимодействие между местными, региональными органами власти, между правительством, силовыми ведомствами налажено, и это тоже сыграет свою положительную роль в достижении тех целей, которые у нас здесь стоят. Не буду их повторять, они абсолютно очевидны. Всем спасибо.